приехал в Хонда, 5-й. Проблемка такая, колодки сорвало. В дальнейшем закусило диск, все пооторвало. Сейчас будем срезать турбинкой, удалять остатки. Все, удалили остатки диска, распилили, вытащили при помощи кувалды. Сейчас будем устанавливать колеса. Так, у нас все тот же DAF в работе. Петли тут посрывало, все ржавенькое. Тут тоже все в ужаснейшем состоянии. Так, вон, кусочки подвыпилили, так примерно хотя бы сделать человека, чтоб домой добрался. Сейчас все подготовим, подобьем, установим. Так, все, собрали, так, заколхозили. Малясь, капот все равно менять надо, потому что все повырвано, но держится, по крайней мере.